Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня будет обзор седьмого каталога по заказа Avon по седьмому каталогу. Извините, что-то заболтала с самого начала уже. Сегодня пришел, сразу же вам снимаю. Хочу сказать, что я в расстроенных чувствах еще с позавчерашнего дня, потому что посмотрела счет-фактуру в личном кабинете и... Я лично недоумеваю, зачем Avon так делает. Еще в шестом каталоге я заказала себе два полотенца. Они не пришли в шестом каталоге, и они не пришли и в седьмом каталоге. Они под знаком 5, под цифрой 5. Кто не знает, это временно отсутствует. Не перезаказывайте. Я за них не заплатила. В счет фактуре теперь 0, если под пятерочкой. Просто имейте в виду, девочки, если я знаю, что меня смотрят очень многие из обычных национальных территорий, а не таких, как мы, трендсеттеров. Если вы захотите заказать эти полотенца, не надейтесь на то, что они придут быстро. Они очень мне понравились. Несмотря на то, что я живу в текстильном крае, я заказала их. И сейчас даже думать не знаю, придут ли они вообще и планирует ли Avon вообще их выпустить. Ну, в общем, из минусов, кроме полотенца, мне не пришел еще один пробник Little Black Dress и... Тушь для ресниц, объем разделения. Не знаю, с чем это связано, но, в общем, эта тушь тоже не пришла. Буду как-то перед клиенткой извиняться. Ну, бывает, ладно, это не смертельно, просто это такие тонкости, о которых я считаю, что лучше говорить. Чтобы, знаете, как не было такого, что «Марина, ты Avon только хвалишь». Нет, кстати, у меня новый фон, зацените. Новая стена, надеюсь, что вам понравится. Итак, первое, что я заказала себе, вернее, это моему супругу. Он лежал, поэтому, я думаю, сейчас он стечет и будет побольше. Это морская лагуна в объеме 700 мл. Дело в том, что мы использовали этот гель для душа буквально неделю назад в качестве жидкого мыла на кухне. Мой муж очень восхвалял этот аромат, ему очень нравится. А гели для душа ему очень нравятся именно в таком формате с помпой. И если честно, то я заметила, что в формате с помпой мой муж их использует еще экономнее и не наливает лишнего. И поэтому было решено купить ему за 200 рублей. Я посчитала по миллилитрам, всегда так делаю. Выгоднее всего было именно 700 миллилитров. Кстати, реально аромат очень бомбезный. И как-то мы одно время им пользовались, а тут передышку сделали. Я ему сказала, говорю, я поставлю тебе, но буду у тебя подворовывать. Он, ладно, я типа прощаю. Кстати, я хочу вам сказать, что у меня есть, знаете, какая идея. Давайте я вам буду говорить... Сколько у меня получилось вместе со скидкой. Думаю, что многим это будет интересно. Итак, увлажняющий гель «Морская лагуна» 200 рублей. Скидка на этот заказ у меня составила 23%. Таким образом, гель обошелся мне в 153 рубля 23 копейки. Это чтобы вы не думали, что благодаря Avon мы там, знаете, зарабатываем чуть ли не миллион. Ну, я думаю, что... Так никто и не думает, но, в общем, ладно. Дальше. Из больших бутылочек у меня... О, ну, как бы... Как же без падений? Куда? Я и без падений. У меня заказали шампунь. Максимальный объем тоже 700 мл. Я хочу сказать, что клиентка очень довольна этим шампунем. Просто очень. Это не то слово. Она заказала у меня уже два раза маленький и кондиционер маленький. И тут сказала, говорит, нет, Марина, он у меня очень хорошо уходит, поэтому я буду теперь заказывать только большими. Я говорю, да пожалуйста. Она говорит, ни один шампунь так не очищает мои волосы. У нее волосы очень склонные к жирности. А она посещает каждый день важные мероприятия, и нужно, чтобы волосы хорошо выглядели. Она говорит, с этим шампунем я могу два дня не мыть голову. В общем, я знаю, что у этой серии и вообще у этой линейки есть любители и недоброжелатели, но в данном случае девушки, у кого волосы склонные к жирности, вернее, кожа головы, обратите внимание на этот шампунь. Он стоил по каталогу 270 рублей. На него была скидка 23%, и он обошелся в 207 рублей 90 копеек. Дальше. Дальше средство для интимной гигиены «Свежесть хлопка». Специфические на него отзывы, но у меня девочки заказывают по второму разу. Это говорит о том, что, скорее всего, им нравится. И я думаю, что не скорее всего, а им нравится. И на эти средства было 15% скидка только, потому что, если вы знаете, когда на странице продукт
представлен, и внизу красным написано суперакция или еще что-то, скорее всего, будет только 15% скидка, вне зависимости от того, какая сумма заказа у вас будет. И он обошелся мне в 114 рублей 75 копеек. Просто говорят, что вот эти средства для интимной гигиены, которые сейчас вышли вот недавно, новенькие, они более жидкие, у них не такой приятный уже аромат, и у многих девушек на них аллергия и так далее. У меня лично, слава богу, все нормально с этими средствами, никаких проблем не было. Дальше. Куда же без спрейчика? Ну куда же без спрейчика? С пленительным ароматом ежевики и ванили 100 мл. Этот спрей был представлен в самом каталоге, но на страницах, где распродажи. Вот знаете, там мелко-примелко есть такое, там клеточка, так оно все. Я всегда пролистываю, говорю, что не хочу ничего здесь комментировать, все одно и то же. Так вот. 89 рублей он стоил по этой распродаже в каталоге. Также 15% скидка, 75 рублей 65 копеек. Это очень хорошая цена. Кто любит эти спреи, обратите внимание, потому что его не так-то легко там заметить. Но с учетом того, что в последнее время на них очень высокие цены, то я знаю, что многие любители ловят эти спреи, просто реально ловят. Это, ну, не жаргон, ничего, чтобы купить по нормальной, по приемлемой цене. Спреи неплохие, если вы любите такие средства, если вы любите освежать пространство, постельное белье, если вы работаете в очень маленьком офисе. Вот часто мне пишут, что «Марина, ты вот говоришь, что, ну, не знаю, как ими пользоваться. Я работаю в маленьком офисе. Какие духи? Мы задохнемся, если все будем духами пользоваться». Таким образом, люди выходят из ситуации и пользуются, освежают себя этим спреем. Тем более впереди лето. Еще, кстати, им пользуются, знаете, каким? Как чем? Очень у многих из этих спреев в составе есть спирт. И им после того, как депилируют ноги, обрабатывают ноги, очень хороший тип, ну вот антисептик. И приятно пахнет, и очень хорошее действие. По-моему, я уже говорила в каком-то из видео, если я повторяюсь, и вы уже это слышали, извините, пожалуйста, знаю, что просто много новых у меня подписчиков. Дальше. Давайте пройдемся по уходу. У меня заказали увлажняющий лосьон для ног с ароматом базилика и розового грейпфрута. Это новенькая серия, 75 миллилитров. Ну, тут, знаете как, на лимитке есть очень хорошие отзывы, есть очень плохие отзывы. Кто-то говорит, что никогда их не покупают, потому что они всегда отвратительные. Я никогда с этим не соглашусь, потому что, как правило, у тройки, там, у лосьона, у скраба и у крема есть один вот прям выделяющийся очень хороший продукт, а один отстающий. Чаще всего почему-то из отстающих скраб, но вот крем, лосьон очень часто хвалят. Итак, 79 рублей, 23% скидка, 60 рублей 83 копейки по скидке он был. Дальше мицеллярочку у меня заказали, Clear Skin, освежающая кислородная мицеллярная вода каждый день. Кстати, с этой мицелляркой была такая история. Клиентка написала: «Марина, мне такой-то номер», и написала «тоник». Ну, я вообще проверяю всегда очень внимательно, потому что несколько раз я обжигалась. Я написала, я говорю, я прошу прощения, но хочу уточнить, тоник или мицеллярка. Да-да-да, Марин, мицеллярная вода, извини, то есть видите, но все равно это немножечко разные вещи. 160 рублей по каталогу, 23% скидка, 123,20. И насчет мицеллярок, кстати, буквально недавно у кого-то смотрела влог, что была программа «Здоровье с Малышевой», и было сказано, что в любом случае мицеллярку обязательно смывать. Потому что я у кого-то из девочек видела, что «Ой, такая классная мицеллярка, даже смывать не надо». Девочки, это чревато последствиями, ни в коем случае обязательно смывайте мицеллярочки, это важно. А еще, по-моему, у Анны Белль я видела, что она сказала, что кто-то ей в каком-то видео, она услышала, что мицелляркой обрабатывают кожу лица ребенка, там ля-ля-ля. Ну, нет, все-таки нельзя путать такие вещи. Дальше. Это у нас приключение, скраб для тела, средиземноморское приключение с ароматом розового грейпфрута и абрикоса. Давайте понюхаем, я так хочу. Посмотрите, какой он прям мус-мус прям. Скрабинок вообще не видно.
но пахнет очень приятно. Пахнет почему-то мне не абрикосом, а персиком. И грейпфрутом вообще не пахнет. У меня в прошлый раз из этой серии тоже заказывали. Я не помню, что, по-моему, гель для душа. Но вот скраб пахнет намного приятней. Очень приятный аромат. Такой прямо вкусный, сладкий. Хочется его съесть. Вот честно, не знаю, насколько это правильное описание, но очень приятный. Итак, 145 рублей. По скидке 23% 111. Ну, конечно, цена не очень бюджетная. Прям не очень бюджетная. Это мягко сказано. Дальше в этой... Так, еще Планета Спа, что у меня было. Это Вулканы Исландии. Разогревающая маска для лица 50 мл. Подружка у меня ее брала, закончила и взяла по второму кругу. Ей понравилось. Я пробовала такую маску для тела, и мне тоже очень понравилось. Итак, она стоила у нас... 99 рублей, 23% скидка, 76,23, ну вообще прям бомба. Это была акция на маски, при покупке двух по 99 рублей они были. И также она купила Русскую Баню, маска для глубокого очищения кожи лица, 75 мл, видите? 100 рублей, объемы разные. Но я думаю, что она обратила на это внимание при заказе, потому что я не говорила ей. И тут то же самое, 76,23, а по каталогу 99. В Русской Бане мне не нравится аромат, как ни крути. Вот он для меня чересчур хвойный, чересчур банный, древесный, не мое. А здесь очень хорошая, мне нравится маска именно для тела. Дальше. Была очень классная акция на тушь. Вообще на средства Марк, при покупке средств Марк, при покупке любого средства до там 7-й страницы или до 5-й, я уже не помню, можно было заказать аромат за 30 рублей. А по фокусу, если вы покупали 2 и более из косметических средств Марк, то 40% скидка шла. Господи, как тяжело у меня выговаривается все. У меня клиентка заказала тушь новенькую с резервуарами. Я очень акцентировала на этом внимание, когда делала обзор, потому что слово резервуары применительно к туши меня лично очень удивляло. Тушь для ресниц феноменальный объем, срок годности 3 года. Итак, одна из них моя. У меня нет такой мании держать тушь. Я, если покупаю, я выбрасываю предыдущую. И, как правило, у меня в обиходе ну, максимум 3. Если 3 туши у меня есть, это уже прям много. Пузатенькая обычная тушь кислотного такого салатового цвета. О, кисть хорошая. Кисть силиконовая. Пахнет, как обычная эйвоновская тушь. Так. Вот так хочу вам показать. Ну, будем пробовать резервуары, как они там будут наши ресницы обрабатывать. Что касается стоимости. По каталогу эта тушь стоила по полной стоимости 299 рублей. Кстати, оттенки у обеих... Blackest Black, просто я вам скажу. Очень черные, по-моему, называются, или просто черные. В общем, самая обычная черная тушь. Не стала я тоже брать там коричневую. Но так как на нее шла 40% скидка, реально, Avon, это не обман. Получилось, что за две туши 360 рублей, и если, ну, 358,80. Если мне не изменяет память, то это получается по 180 рублей тушь. На мой взгляд, это очень... экономно и очень недорого. Дальше, конечно же, по 30 рублей я заказала каждой из этих тушей водичку. Рибель, я уже потестировала ее, правильно, Far Away Рибель. Не мой абсолютно аромат. Одна водичка пойдет клиентке, а вторая пойдет кому-то в подарок. Ну, для меня это такой запах дешевой старой воды. Вот старый в плане того, что старомодный какой-то. Но это ли, вы знаете, вообще по воде хочу сказать, что это очень личное. И просто в этом аромате нет ни одной ноты, которая бы мне импонировала. Вообще Far Away это, к сожалению, не моя линейка, но бывает и такое. Также было очень классное предложение в линейке Color Trend на матовые помады. У меня, я сама на него смотрела, на это предложение, но у меня очень много помад, я не стала, у меня заказала клиентка две помадки.
в оттенке какао и melted. Я не буду вам показывать, потому что очень мелко написано, и я не могу вам показать стики, поэтому смысл мне тут долго останавливаться. Просто хочу сказать, что когда у вас будет 7-й каталог, это реально очень классное предложение, в том плане, что они шли прям недорого. Сейчас скажу, что касается скидок, какие на них были скидки. Итак, матовая помада. По 130 рублей по каталогу, 23% скидка, по 100 рублей 10 копеек, девочки. Ну, насколько я знаю, это неплохие помады, и надеюсь, что клиентка будет пользоваться с удовольствием. Также у меня заказали помаду, которая в серии матовая, по-моему, просто серии матовая, да? Да, если я не ошибаюсь, по-моему, да. Тоже. К сожалению, ничего не могу вам показать. Хочу сказать только одно, что я эту помаду очень люблю, эту серию, и всегда ее всем рекомендую. Вот у меня подсела на нее подруга, и она каждый заказ заказывает по одной помадке. 269 рублей по каталогу со скидкой 23%, 207 рублей 13 копеек. Дальше. В черном оттенке у меня заказали лайнер для глаз. Да. Сейчас, подождите, в черном. Вижу, что в черном хочу. Да. Причем это не лайнер, это карандаш. У меня он был, этот карандаш. И у меня просто, мне кажется, руки не так заточены. У меня не получается аккуратную стрелочку делать такими маркерами, лайнерами, как правильно сказать. Поэтому для меня самое удобное либо кисточкой, либо такими вот советскими самыми обычными бутылочками. Знаете, ну то есть вот для меня, к сожалению, вот эти маркеры, это не мое. У меня все равно получается не очень аккуратно. Поэтому вот прям... Вот что значит, не оттуда руки растут. Что касается... Жидкая подводка, это называется, для глаз Мега Эффект. 200 рублей, 23%, 153,23. Напишите, интересно ли вам слышать цены со скидкой. Дальше. Из водичек у меня заказали Aspire. Подруга, я уже не знаю, какая, по-моему, третья эта вода, которую она заказывает. Да, третья, наверное. Подруга для своего мужчины, для своего парня... На самом деле, из недорогой воды и представительной. Это очень хорошая, она очень стойкая, очень приятная, очень... Никогда в жизни ты не подумаешь, что она так дешево стоит, и что это тем более Avon. К сожалению, вода от Avon звучит как бы не очень, знаете, благородно. Ну, типа, ой, да что это Avon? 409 рублей по каталогу со скидкой 314 рублей, 90 копеек. Я имею в виду, что... Очень часто, побрызгавшись, мужчина водой вот такой не очень высокого класса пахнет всегда, вот они как-то пахнут одинаково, одинаково не благородно, одинаково недорого. Эта же водичка очень хорошо раскрывается, необычно раскрывается, и вот я прям ее очень люблю, и я первый раз подруга ее купила вообще, не тестировав ничего, просто вот. Купила, им понравилось, и они заканчивают и покупают опять. Так, дальше. Дальше то, что заказала себе я, это очки. Причем, кстати, Эмма, они называются очки Эмма. Стоили они 250 рублей со скидочкой. Сейчас скажу, сколько вышло, потому что я еще, кстати, не смотрела. Женские солнцезащитные очки Эмма. 20... Подождите, скидка 20%. Кстати, они 23. 200 рублей. 200 рублей они вышли. И хочу сказать, что они шли в обычной такой коробочке. Но она достаточно такая противоударная. Также был а-ля пыльник-чехол. Ну, вообще, все так прилично на самом деле. Но, на мой взгляд, они немного отличаются от тех, что представлены в каталоге, но это лично мое мнение. Они в каталоге
светлее оправа. Я бы даже сказала оправа в коричневину. На самом деле они полупрозрачно-серой оправой. И ну, с учетом того, что у меня сейчас очень большое лицо, так как я в положении, то есть они на мне смотрятся как бы не очень... Они легли хорошо, я думаю, что когда мое лицо придет в привычное состояние, может быть, даже они мне подойдут. Но на данный момент я немного расстроена цветом оправы, потому что он немножечко не соответствует. Просто имейте это в виду, что, ну, реально, оправа, видите, полупрозрачное ощущение, что у них вот, как на фотографии было ощущение, что она будет полноценного цвета, не будет вот такой, знаете, а-ля стекло, а-ля, ну, а-ля стекло, да, реально. Вот, а так все нормально, у меня нет никаких претензий. Что касается размеров, здесь ничего не указано, но размеры были все указаны, по-моему, в этом, в каталоге. Если вам интересно что-то подробнее про очки, я напишу, пишите в комментариях. Я даже думала сфотографировать, но я вот не хочу сейчас фотографироваться. Я когда рожу и уже одену их, я обязательно сфотографируюсь и выложу в Инстаграм. Кто не подписан, подписывайтесь. Это был весь заказ. Очень жаль, что не было полотенец. Надеюсь, что было интересно. Если это так, то не пожалейте. Поставьте пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Всем спасибо за просмотр. И давайте смотреть с вами каталог номер 8. Ссылочка на него будет внизу. И проходите обязательно. Не прощаюсь.